Доброй пятницы. Прилетела мне на неделю вот такая коробочка. В ней была чудо-бабочка. И вот такой презентик. Коньяк. Старый Крым. 10-летний. Год урожая 2007. Шоколадка и коньяк. Это хорошо. Овца со мной. Пахнет коньяком. Мало пахнет. Будем пробовать. А! Ну, такой он мощный. На нем, кстати, написано 42 градуса. Спиртовая основа нормальная, но он такой поддирает горлышко. Шоколадочка. Сверху шоколадочка. Прикольная смесь. Симферопольский коньяк. 10-летний. Год урожая винограда 2007. Оказался неплохим, но очень резкий. На любителя. Мне, в принципе, подходит. Девочкам бы не рекомендовал.